весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Вот. Все слушаем хорошую музыку, да? Привет всем, привет всем! Вас приветствует канал Лига Music Wars, и 7 число, и обнова в честь 8 марта. Давайте быстро пройдемся по ней и обсудим. Хорошее и быстрое нововведение, сразу же начинаем с подарка. И игры разума, которые на 30 уровне абсолютно не нужны. Но, пожалуйста, ребята, всем, кто сидит на уровне, всем, кому я говорил, что надо, вот, ну вот надо посидеть, время выкачивать эти подарки, не забываем. Приз самый максимальный, длится в течение 90 дней. Вообще просто супер. Так что, ребята, советую выкачивать. Максимизатор. Максимизатор я себе буду выкачивать хотя бы немного. Ну, он мне нужен хотя бы первого уровня для, ну, всякий пожарный случай. Его я буду выкупать. Нефтибабл. Поздравляю Нефтибабла с новой фичей. Новая фича у нас эйфория. Начинается с 19 уровня, соответственно. Уже посмотрел. Прикольная вещь, очень забавная. Кстати, для сравнения, сразу закинул нефтибабла в максимизатор. То есть, очень было интересно. И поэтому я посмотрел его характеристики. Он все равно в два раза, даже на максимальном, ребята, 20 уровне, он слабее Мары в два раза. В два раза он слабее. Нафиг нам не нужен, не нужен нефтибабл. Хотя... По его получается способность, неуязвимость которая, именно неуязвимость, появляется только на 20 уровне. Ребята, если вы 19 вкачаете, то возможность получается вот эту вот, только на максимальном, именно на максимальном уровне улучшения. То есть, ну, на 20 уровне, соответственно, только. Но это еще не все. Весеннее обновление приносит нам радость. Точнее, принесло мне радость. Ребята, я принимаю заказы, как сказать-то, на месть. И даже могу с надписью, или на, как называется, возьми его на фарм. Слышали такую фразу, наверное, да? Теперь, ребята, это ничего не стоит. Давайте перейдем на форум, где у нас праздник весны празднуется. Соответственно, наши красавицы вот пришли, особенно бородатые. Соответственно, дальше опять улучшение на 3 оружия. Это я тоже разбирать не буду. Это я все разобрал. Это наш красивенький нефтибабл такой. Дальше букеты я уже дарить девчатам начал. Не забывайте, ребята, 8 числа приходим на стрим. Будет вам и букетики, и подарчики будут. В общем, главное, что вы найдите меня, в какое время я выйду. Вот. Дальше турниры меня не интересуют, это не очень. Но вот, ребята, очень интересная новость. Смотрите. Гонится злослава, сегодня нападение на противников любого 100 уровня, любого становится возможным. Если раньше я нападал, допустим, на 6 уровень там, и слава падала по одному, сейчас такого больше не будет. Так что я с удовольствием могу фармить, что я и делаю. Я постоянно фармлю донатов. Очень-очень сильно я люблю донатов 10, 12, 20 уровня. Прямо они очень, их очень много кредитов, ребята. Их никто не грабит и не бьет. Я по 30 тысяч с них вытаскиваю. Теперь из-за того, что получается бонус при грабеже был определенный, вот, не зависит от уровня, получается, самого персонажа. Вот такая вещь. Почему у нас говорили, что граб уменьшился? Ну, то есть, многие начали жаловаться, что действительно граб уменьшился. Вот вам, ребята, ответ. Он на форуме, не знаю, кстати, я еще почитаю там, какое обсуждение и что там вообще думают об этом. Плюс появилась у нас дополнительная возможность. Это на картах. Появился дополнительный пропуск, он также будет раскручиваться, насколько я понял, вместе с картами. Но сегодня надо сходить обязательно на клеща, на нашего любимого скорпиончика, потому что его усилили.
появляется какая-то фича интересная, которая прям там мелкая, короче, покость, которая вокруг него рождается, становится сильнее и более живучей. Поэтому аккуратней. Кто пойдет на Скорпиона, внизу в комментах отпишитесь, как сходили и так далее, если я не успею. Ну, скорее всего, я уже пройдусь. С расширением блокнота, ребята, до 150 записей и черного списка до 350. Не забывайте, теперь те ребята, кто попадают вам в черный список, не смогут к вам зайти на экспедицию. Прекрасная новость. Все, кто, ребята, спал на экспедициях, в бан, можно сказать, тех, кого, короче, отправили, все, эти ребята больше никогда не попадут к вам на экспедицию. То есть, не знаю, как она будет. Либо она выглядеть не будет, либо будет написано, что вход вам заблокирован. Ну, типа такого. Если будет интересно, ребята, переходите на форум, почитайте, как вам будет с обсуждением. Но фарм кредитов, ребята, и уничтожение, получается, славы в ноль просто потрясающе. Для меня, я как бы не любил фармить сильно низкие уровни, но теперь буду фармить обязательно. Донаты, привет всем, привет всем. Пусть вы немножко почувствуете, что чувствуют люди на 30 уровне. Мы, получается, страдаем с нападением через каждые 40 минут. Ну, будем вас также фармить. Счастливо вам! Счастливо! Ну, еще раз, девушек, с праздничком, можно так сказать. Вот. И ищите меня на стриме. Ищите меня на стриме 8 числа. Девушки, добро пожаловать!